Привет, дорогие друзья! С вами пилотный выпуск шоу «Угадайка от Зверева». Итак, простые правила. Вам нужно будет отгадать фильм, который я вам загадаю, по трем подсказкам. Первая подсказка – это два факта из фильма. Вторая подсказка – это реплика из фильма. И третья – это саундтрек из фильма. Свои ответы, конечно, мой дорогой друг, ты должен писать в комментариях здесь, на YouTube. Лучшие комментарии будут отмечены в следующем выпуске, но так и быть, первый победитель, который правильно ответит, будет добавлен в друзья ВКонтакте. Да, никого я не добавляю ВКонтакте. Но ведь я думаю, добавиться в друзья ВКонтакте – это хороший подарок для вас будет. Наверное. Илюха, дай нам денежный приз. У меня нет денег. Ладно, первая подсказка пошла. Подсказка номер один, факт номер один. Умеет ловить пулю. Умеет ловить пулю. Это факт из фильма. Второй факт. Много вражды. Резюмируем. Первый факт. Умеет ловить пулю. Второй факт. Много вражды. Ну что, еще никто из вас не догадался, что за фильм? Никто? 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 Эй, никто не догадался? Ну, если никто не догадался, тогда переходим ко второй подсказке. Вы готовы? Потому что сейчас будет настоящая актерская игра. Я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя одну. Сегодня это так. Безусловно. Что причиняет больше боли в другие дни. А! Да, время диалогов позади. Теперь третья подсказка – это саундтрек. Давайте же прислушаемся к саундтреку. Поехали! Ну что, послушали? Теперь вы знаете все три подсказки. Поехали дальше. Итак, дорогие друзья, прозвучало три подсказки. Первая – это два факта из фильма, вторая – это диалог, и третья – это саундтрек. Теперь отгадывайте в комментариях. До следующего выпуска. Всем спасибо, всем пока. Не знаю, ребят, посмотрим. Сегодня у меня хорошее настроение, поэтому я снимаю эту программу. Я ее сегодня придумал. Вот так придумал. Это Радио Максимум меня навело на эту идею. Я у нее ее украл и буду ей пользоваться. Задник будет доделываться, каждый выпуск будет появляться все новые картинки. И вместе с вами мы сделаем этот задник. Это будет самый бомбовский задник. И у нас будет у всех просто бомбовское настроение. Да, некоторые пишут, что Илюх, ты что, накурен? Илюх, ты что, пьян? Нет. Это предпозитив, который копился, наверное, уже... Вы давно не помните. Точнее, вы давно не помните бредовое. Вы уже, наверное, не помните, когда было в последний раз какое-то подобное такое веселое видео. Ну да, вот. Ладно, все, надоело. Настройка звука пошла. И поехали! Всем привет, дорогие друзья, с вами пилотный выпуск И поехали! С вами пилотный выпуск «Зверьё». И всем привет, дорогие друзья, с вами... Второй факт. Много вражды. Они... Я тебя люблю. Я всегда буду любить тебя. Сегодня это не так. No, 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 no